Вот мы доехали к Паше. Бакситы. Стало быть, будем нырять. Что я могу сказать? Здесь что-то подо льдом. Вода. Там караси. А здесь энтузиазм подводного движения. Здесь герои гидрокосмоса. Настоящие мужчины, которые не побоялись встать со своих диванов в выходной день, субботний, и поехать за 3-9 земель, там где мороз, снега вообще по шею, лед, холод, и вот одеть на себя гидрокостюмы и нырять в эту холодную воду, которая вряд ли превышает температуру больше 2 градуса тепла, ну может быть 4. Она нереально прозрачна, здесь практически как Красное море, только холодно. Что там делать, да? 30 метров, 30 метров. В прошлые выходные был прозрак. 30 метров. Что, рыба позже? Майя, я в тебя хочу. Я еще не мургу. Thank you.
Или еще? Все или еще? На счет три. Раз, два, три. Подожди. Еще раз. Ну как? Сильно там взломучено? Слушай, не, ну... Нормально. Сломочен нормально, но с веревкой кто-то пошутил. Чего? Я вот так вот трясло ее накрутил. По дну там. А еще весь промок насквозь. Да, и сейчас я, наверное, побегу без всякого костюма. Просто переодеваться, потому что там мне ведро воды где-то. Все ноги. По пояс. Ого, да. Я тебя умоляю, только не снимай все, я это снимать буду. Выключи, кадр. Выключи на секунду. Ничего, запикаем. Нормально, такой кекс. Черный квадратик сделаем. Странно, когда толпа мужиков смотрит на голову мужика. Ой, как хорошо, да? О! О! Боже мой, как офигенно. А там уже сломали, да? Да-да, все, здорово. Можно поплавать даже. Ой. Голой жопой в холодную воду. Ой. Кайфуш, ну. Да? Ну, посиди-то там, пойдем чуть пробьем. Достаем? Да, достаем. Вниз, на руку. Осторожно. Раз, два. Здесь. Не повредили, самое ценное. О! Вещи. Все, пи. Yeah.